Здравствуйте! Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Казани на стадионе «Рубин». Сегодня в рамках очередного уже 8-го тура в UFL встречаются команды «Рубина» и «Ростова». О незабитом пенальти Шавалиева мы уже говорили. А вот теперь атака «Ростова» следует у нас по правому флангу. Тагирник простреливает удар в поворотом перекладину, попадает Ставцев. Но Гирник в этом плане очень опасен. У него хватает сил, даже где-то храбрости, да и даже наглости, не побоюсь этого слова, лезть в атаку. И Ростов уже все, кроме одной игры из, получается, если восьмой тур, одна игра, семь игр уже провел в гостях из-за того, что у нас может быть момент опасный. Ставцев входит в штрафную, но его, конечно, не смогли вдвоем просто отжать мяч. И Ставцев забивает. Продавил защитников. Никифоров до мяча не достает. Шавалиев вроде как перекрывает, но вдвоем не сумели понять, кому надо достать до мяча, чтобы его выбить. Но это несогласованность действий команды в обороне. Потому что Никифоров должен был выбивать. Видимо, не удалось. Или мяч в последний момент предательски скакнул так, что не удалось достать. Ну, Ставцев обыгрался с Тутовым. Кузьмин. А вот справа-то никого нет. И Кузьмин выходит на ударную позицию. Вышел. Но тут подстраховал вернувшийся Белилюдинов. Ну и звучит свисток на перерыв. Давайте немного сами отдохнем. Тут еще левее на Патрушева. Патрушев здесь может что-то придумать. Попытка сыграть штрафную. Это было очень опасно. Патрушев сейчас хорошо придумал передачу. И чуть-чуть не хватило, наверное, что у Хасанова первый адресат. В случае чего это Патрушев. Никифоров. Ой, как сейчас интересно-то придумали мы атаку из ничего. Тешкин пробивал. Патрушев будет бить в ближний угол, не попадая толком. Заблокировали удар. Белилюдинов в зеленом перекрестке. Гирник. В центр. Тутов. Тут придумал интересную передачу. Последний удар и гол. 2-0 Ростов ведет. Мастерски исполнил этот эпизод Кузьмин. Тутов. Сделал хорошую передачу, и Долженко пропустил мяч в ближний угол. Наверное, можно сказать, что это именно гол вратарский. Прошел одного, прошел второго. Есть вариант справа на Гирника. Гирник входит в штрафную, передача на дальнюю штангу. А, не попал. Не попал в ногу Ставцеву Гирник. Если бы чуть-чуть довложил, вот смотрим, здесь вот передача на дальнюю штангу. В UFL. Тутов простреливает. Ой, как сейчас был близок к разгромному счету Ростов. Отличился, если бы по мячу попал Кузьмин. Футбольный день в UFL, в столице Татарстана. Спасибо, что провели эти часы вместе с нами. Ждем вас на очередных трансляциях UFL